я в Питере одна осталась. А тем не менее, надо снимать, да, как ты это делаешь? Ну, я не люблю, когда... Да мы поехали в Питер, чтобы провести время вдвоем. Подписчики его больше любят, чем меня, они... Так, ну что, у нас сегодня переезд. Мы ночуем в каждом апартаменте отеля по одной ночи всего лишь. Так Гев захотел, не знаю, так он забронировал. Поэтому мы каждый день переезжаем. Итак, это новые апартаменты, находятся на Петроградке. Это ЖК, супер бизи, супер на бизнесе все. А, небольшой такой вот квартир. Деловые колбасы. Телевизор маленький, но классное окно в пол. И вид шикарный. Прикольно, красиво. Но мы сейчас прям пулей влетаем завтракать сразу, потому что очень голодные. В принципе, ой, смотри, свечки классные зажгем. Делать нам тут нечего. Ой, вкусно. Как тебе тут? Мне не нравится. Депозит 5 тысяч. Не актуально. Почему я сейчас писал документ, что я живу на бесплатной основе с этой хозяйки? Да. Схуяли. Просто нас могут обворовать, и мы никаких претензий. Ну, я не люблю, когда ты сидишь через приложение, снимаешь эту квартиру, тебе потом в WhatsApp пишут, скинь 5к, блядь. Мы что, блядь, в Одноклассниках снимали? Ой, люблю окна мой. Да, да. Все, едем кушать. В Питере очень много классных заведений, стильных, вкуснейших. Кофе вчера было, как называется еще раз? Кофе-рум. Да, офигенное было. Капучино, печеньки. Не знаю, куда мы сейчас поедем. Баумоти. Баумоти, да, я снимала. Очень было классно тоже. Мне кажется, все из этого меню было вкусно. Все, поехали. Мы выползаем из наших апартов на... Стоп! На завтрак. Такой дворик милый тут. Как называется ЖК, не знаешь? Здесь лобби, как в отеле. Все сидят, работают, что за фигачат. Тут занимаются на бизе своими делами. Все такие занятые. Так, Ев. Он злится на это место. Гуляем по Питеру, позавтракали и ходим. Сейчас идем быстренько до магазина, потом, наверное, будем просто ходить по каким-нибудь паркам, скверам. Я, на самом деле, давно не была в Питере, получается, года 3 или 4. Я забыла, насколько он весь реально старый в плане того, что архитектура... вся такая старинная, и мало новых каких-то зданий. Смотрите, балкончик какой чудесный. Я везде с собой ношу свою старую драндулетину, которую я вчера купила. Она меня очень радует. Делаю на нее кадры. Надеюсь, что там хоть что-то будет видно при проявке. Будет обидно. Зая почему-то без настроения. Чего? Ты менторы так расстроили или что? Да, почему-то да, без настроения. Много деталей, которые вместе образовались в какое-то говно. Понимаешь, вот мы, видимо... Ну, погода хорошая, вкусно поели. Давай не будем концентрироваться на этом. У меня проблема. Ламба или фера? Я и так тихо разговариваю, а сейчас из-за болезни мне тяжело громко говорить, реально. Воздуха не хватает, я не могу дышать. И плюс я себя не слышу. Мне кажется, я вообще шепотом разговариваю. Господи! Ой, я громче сказала, мне прям больно стало в горло. Я еле-еле снимаю влог, просто с последних сил. Я держусь. Короче, я снова одна, иду сейчас до магазина купить себе боди, который я еще в Москве смотрела. Короче, Гев на меня злится, ругается постоянно, что я отвлекаюсь на работу, на почту и на переписку в дирекции с Димой. Мы поехали в Питер, чтобы провести время вдвоем. Ничего не делать, ничего не думать, сам ходит в Pokemon Go играет. Короче, мы поссорились, я очень сильно болею, мне прям реально хреново, но я держусь молодцом, отдыхаю. У меня отличное настроение. Я сегодня взбесился с самого утра из апартамента и просто на меня срывается. У меня просто с собой куртка, не очень удобно ходить. Хочется на новую камеру все фоткать. Ну что, я в номере одна. Зашла в галерею, прогулялась. У меня насморк такой неприятный. Сегодня очень много людей. Блин, так красиво. Сейчас я фоточку сделаю, секунду, и вернусь. Гев позвонил, сказал, что ждет меня уже в ресторане. Я вот так приоделась. Джинсы не глаженные, но надо просто пулей вылетать, иначе он будет ругаться на меня. Господи. Все, погнали. Вроде бы я ничего не забыла. Капли в нос, салфетки. Водитель меня уже ждет. Гев меня уже ждет. Не знаю, приехал в какой-то ресторан. Все заказывают уже. Я, если честно, не очень голодная, но мы договорились погулять вечером еще. Я отдохнула нормально, поэтому... Встретимся уже там. А, белковый омлет. Я обожаю эту хлебную корзину. Я, на самом деле, только из-за нее сюда и пришел, если честно. Я тебе скажу честно. Немножко меню поменялось. Я здесь был год назад. И... Ну что, всем доброе утро. Сегодня суббота. У меня охрипший голос. И я в Питере одна осталась. Гев уже уехал.
Его нигде нет, он уехал к подруге за город. А меня сейчас ждет небольшой сюрпризик, и вас тоже, кстати говоря. Так что смотрите дальше. Это просто пипец. Ну, серьезно, я пребываю в каком-то мини-фильме. Во-первых, у меня дико красивый вид, сейчас я вам еще раз покажу. Я уже собираюсь выезжать из апартаментов, надеюсь, все придет хорошо. Наверное, я поеду в кафе позавтракать. И да, сегодня стало прохладней, я в платье на каблуках, не знаю, будет ли мне хорошо, если что, переоденусь. В общем, да, и сегодня еще надо выложить видео, поработать. Короче, я осталась одна, поехали с мамой, но это ненадолго. Такая вот сильная и независимая. Конечно, одной сразу стало скучнее и грустнее. Я не знаю, там москвичи, возможно, что... Я не знаю, от воды, от погоды, от чего. Если девушка проживет там больше 10 лет, все, этого хватает, чтобы она была идеально красивой. Там просто любит, да, за собой ухаживать и как-то это... Ну, наверное, скорее всего. Сильно одеваться. Там вот видно, вы такие все нежные, стройненькие, там такие классные. Ну, спасибо. Не, серьезно, это чистая правда. Летят сюда москвичи, погуляют там кто на неделю, кто на 3 дня, кто на 1 день. Очень приятно, если честно. Ну, как будто в Москве побывал. Я просто в 19-м году был, потом не ехал. Просто все-таки. Что, с кафе прямо улетаете, все? Не-не-не, за мной заедут. Ну, я еще остаюсь на пару дней. Еще пару дней здесь. Да. А я тут вообще переезжала, мы сейчас с другом жили, сейчас за мной... Он из Питера или... Из Москвы. Он с вами. На машине, да, из Москвы, да, да. За мной. Я сюда на Сапсане приехала. А сейчас машине. На машине, да. Ну, стоит за такой девушкой заехать. Ну что, вы слышали, как я ехала в такси с родителем? Интересные такие вещи всякие рассказывала, комплиментики. Я думаю, что я часика полтора точно посижу по работе сейчас как раз, у меня на это есть время. И буду ждать пока что кое-чего. Мне нужно говорить какие-то умные вещи. Нет. Да? Так, ну что, я все утро сидела, ждала, работала. И просто посмотрите на секундочку. Что произошло? Мы в Питере. Дима приехал. Ну, он вообще не ко мне приехал, а так по делам. И Гева приехал. Подписчики его больше любят, чем меня. Они меня просто ненавидят, я с ними не хочу даже разговаривать. Нет! Подожди, мне надо сказать какую-то умную вещь. Нет, это же просто 2 влога, и они полюбят. А, хорошо. Не нарциссичные. Короче, ребят, вы какую-то чушь несли в комментариях, мы это попозже, мы возможно... Мы на вас обиделись, дичайше. Прокомментируем, да. Дима из-за этого теперь не хочет с вами разговаривать. Расскажи пару слов. Ну, пожалуйста, мини-обзорчик. Короче, Дима на новой машине сегодня. Ой, она еще и купе. Да, класс. Это купе. Это BMW 4 серии. Дмитрий. Да. Это большой как, чтобы я так рассказывал? Нет. Короче, а как ты хочешь? Понравилось тебе. Безумно крутой автомобиль. Хочу, мой фаворит, да. Я хочу ее даже, может быть, себе приобрести. Мне кажется, а про нее надо рассказать, что это за машина или нет? Как хочешь. BMW 440 с двигателем 3 литра, рядная шестерка. Посмотрим, что у нас здесь под капотом. Да нет, на самом деле, это реально новая BMW 2020 года. Безумно крутая модель. 375 кобыл, по-моему, в ней. 4 секунды до сотки. Безумно классная тачка. И вот я на ней проехал сегодня 700 километров. И, как видите, я жив, здоров. Пытаемся кого-то туда посадить. Да? То есть мы открыли дверь, чтобы кто-то туда сел. Возможно, это будет Анастасия. Вау, тут все автоматическое. Слушайте, мне нравится. Очень даже симпатичненько. Мне дико нравится коричневый салон. Да? А знаешь, что сейчас тебе еще понравится? Ну, подожди секунду. Можешь подержать прям 5 секунд? А тем не менее, надо снимать, да, как ты это делаешь? Да, берется. Получается, а двери не просто нормально, безрамочные, да, тоже? Безрамочные, да. Так, так, так. Ну что, ну надо к крейсеру оправдать, да? Или мы просто кружочек сделаем пока? Да не, можно. Вообще нам на заправку надо. Опять. Так сделали? Мне опять скажут, что я даун, блин. Что для твоего ТикТока? Подарок. Открываю подлокотник, и Дима тут вот что привез специально из Москвы просто. Как называется попыт? Наверное, я не знаю. Или симбл-димбл все-таки. Короче, мы стоим в очереди на заправку. А цветы ты выкинула, кстати? Я ставила их в номер, потому что, ну, они завяли, пока мы катаемся без воды.
Прощайся. Summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. Вчера спрашивала у вас в Инстаграме, какие места стоит в Питере посетить, и одно из было город Пушкин. Так получилось, что мы здесь и остановились, провели здесь время. Очень симпатичный, правда, город. Близко находится прям под Петербургом. А сейчас мы выезжаем в, я думаю, мега классное путешествие. Надеюсь, что там будут хорошие дороги. Ну, сперва зайдем на моечку. Реально ходить и просто к людям подходить и говорить, хотите с нами сфотографироваться? Хотите с нами сфотографироваться? Хотите с нами сфотографироваться? Привет! Я даже сфотографировался. Привет! А вы хотели с нами сфоткаться? Sorry? Хотели с нами сфоткаться? Are you speaking English? Объясняю, да. She wanted to take a picture with you. Yeah, but it's camera, not... Yeah, yeah, but we will do it on her phone. She just wanted to take a picture with you. Yeah, yeah, with the camera. Okay, no problem. Да, подожду? Yeah, I think so. It's very good. Have a nice day. Все? Боже мой, первый чувак. Что, всем приветики. Мы вчера путешествовали по Карелии. К сожалению, у нас застал врасплох дождь. Мы просто лежали в машине, спали, отдыхали, весь день были в дороге. А сегодня новый день, очередной солнечный в Санкт-Петербурге. Это просто какой-то подарок. Если честно, и мы уже выезжаем в Москву, Питер в себя влюбляет. И серьезно, я бы осталась еще на одну ночь, и потом еще. И так прожила бы, не знаю, пару недель точно. Ну, по крайней мере, сейчас просто такое располагающее к этому настроение. И честно, за эту поездку я прям отдыхала. Хоть я снимала вам активный влог, но у меня состояние полноценного отдыха и отпуска. Сейчас мы покажем твоим подписчикам все твои достоинства. Ну что, я уже дома, я сейчас выезжаю срочно в порядке по делам, мне нужно навести порядок на голове, в волосах, ногти еду делать, так что беру вас с собой в салон на маникюр. У меня, видите, как выцвел гель-лак в солярии, просто обалдеть.